рамках социального раунда «Засветись» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции рассказали посетителям и сотрудникам автозаправочных станций о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. По статистике, пешеходы – самые уязвимые участники дорожного движения, особенно в осенне-зимний период. Световозвращающие элементы на одежде помогают взрослым и детям стать заметнее на дороге. В условиях плохой видимости значок, браслет или брелок с эффектом возвращения света могут спасти жизнь.